сделал натяжение ремня наверх с оттяжкой наружу ремня, а не поджиманием внутрь. Ну, просто по моим раскладкам так получалось надежнее натянуть пружину, а зажимать не получалось. Физически мотор должен просто стоять выше. А так как его выше ставить неохота, ну, вот так сделаю. Ролик на оттяжку, а не на зажим.